Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает, что в преддверии новогодних праздников в период до 15 декабря будет проходить тематическая горячая линия по вопросам безопасности детской одежды, обуви, игрушек, детского питания, новогодних товаров, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. Звонить можно по телефону 8-496-793-1454 с 9 до 18 часов.